Второй корпус новой школы на Пятой Просеке рассчитан на 850 детей. Он расположился рядом с первым корпусом на 600 человек, где с сентября уже идут занятия. Трехэтажное здание включает в себя 5 блоков, в одном из них с отдельным входом разместят дошколят. Все работы на контроле губернатора Дмитрия Азарова и главы Самары Елены Лапушкиной. В этот четверг ход строительства проверили заместитель председателя правительства области Александр Фетисов, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, руководители профильных министерств и департаментов. Вторая очередь 26-й школы будет самостоятельным объектом со своим спортзалом и актовым залом, который больше, чем в первом корпусе и рассчитан на 400 мест. В здании появятся также мастерские, зоны отдыха и столовая на 425 посадочных мест. На данный момент второй, третий этаж, кабинеты прокрашены, стены в один прокрас, укладывается гомогенное покрытие, устанавливаются основные двери. Ведет сейчас активно работа на блок А и В. Также, вы видите, устанавливается остекление, доделывается фасад. Подрядчиком разработан понедельный план до конца года, по которому объект достраивается и вводится в этом году. Строительство идет в ускоренном темпе. На площадку застройщик зашел в апреле. Все работы выполняются под ключ. Параллельно идет закупка современного высокотехнологичного оборудования для учебного процесса и подготовка преподавательского состава. Важно не только построить стены, да, даже стены современные, не только оснастить оборудованием для современных образовательных технологий, а здесь должен быть, наверное, главный после ученика, это учитель. Детки, конечно же, должны ходить в современную школу с современными образовательными технологиями. Жизнь не стоит на месте, да, там каждый год что-то появляется новое, и это будет там одна из самых современных школ не только на территории Самарской области, но вот и на уровне лучших школ Российской Федерации. Школу возводят в рамках национального проекта образования в одном из самых густонаселенных районов города по просьбе самих жителей. Уже в следующем сентябре здесь должны начаться занятия для сотен юных самарцев. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.